Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции. И в этом видео мое мнение по поводу будущей цены биткоина. Я вам могу сказать то, что я вижу по часу. Хотела сегодня вот днем записать, когда явно было видно, что тут рисуется флаг. И потом должен был быть подъем. Но не успела до этого подъема. Вот сейчас то, что рисует график на часовом таймфрейме, явно видно, что это голова, и скорее всего сейчас будет второе плечо. Вот, ну, на четырехчасовом тоже приблизительно то же самое рисуется. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас может цена уйти немножко вверх в ближайшие пару часов, например, до сюда. Да, это 37 400, и потом пойти еще вниз, то есть несколько часов вверх, потом несколько часов вниз. Сейчас покажу, как это будет примерно на графике. Итак, как вы видите, вот такая вот может быть фигура. Ну, может, сейчас оно еще чуть ниже просядет, но потом восстановится в ближайшие 2-3 часа. И потом еще будет проседать до примерно линии... Там, сейчас. Ну, тут я точно сказать не могу, может, даже до 35. Вот. Может, до 35 800. Скорее всего, это будет ночью. Если, конечно, что-то не произойдет сверхъестественное. Обычно, раз такой большой был пик и долгосрочное снижение уже 4 часа идет, то, скорее всего, это такая фигура. Тем более, как вы видите сверху, вот эти вот японские свечи показывают доджи. То есть остановилось пока что движение вверх. Ну и если мы посмотрим в приложении, в котором я вам в прошлый раз показывала, как вы видите, вот эта вот граница нашего треугольника, которую я рисовала в позапрошлом видео, вот ровно отработал свеча вот эта зелененькая до этой границы. И сейчас идет коррекция. Вот. Но, как я говорила, я жду, что оно дорастет до этой свечи примерно 13 июня, то, возможно, вот эта небольшая коррекция в виде проторговок, да, продолжится до 13 июня, а потом уже пойдет снижение или прорыв. Вот, ну, может быть такой большой импульс, что оно уже доросло и теперь будет идти быстро вверх. Но на данный момент на часе я все-таки вижу, что будет второе плечо формироваться. Вот, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Надеюсь, что у вас мои советы оказались полезными, и вы заработали сегодня деньги и вчера. Вот, всем спасибо. Смотрите наши другие видео. Сегодня я записала еще листинг новой криптовалюты. Но она пока только на споте, на фьючерсах ее нету. Вот. И всем удачной торговли. Пока-пока.